Вдохнув последний глоток кислорода... Есть много опасностей, и я не слепой. Он погружается в синюю бездну. Ты не можешь полагаться на технологии, а только на тело, сердце, душу и разум. И становится единым целым с другой вселенной. Думаю, меня сюда привела судьба. С пространством, где останавливается время. Здесь начинается самая тяжелая часть погружения. Когда подходит к концу фаза борьбы, ты вступаешь на Terra Incognita. Неизведанную территорию. Где каждой клеточкой своего тела чувствуешь. Можем ли мы задерживать дыхание до самой своей гибели? Тонкую грань между жизнью и смертью. Человек, который может не дышать. С 19 декабря по средам в 21:30 на телеканале «Точка отрыва».